В Грузии стартовало строительство глубоководного международного морского порта «Анаклия». С учетом возрождения Великого шелкового пути, этот проект стал самым масштабным для страны. По сути, он имеет стратегическое значение для Тбилиси. В правительстве Грузии уверены, новый порт может придать импульс торговым отношениям, в том числе и с Казахстаном. Старт дан. Порт Анаклия уже окрестили в Грузии проектом века. А одноименный город-спутник, который будет здесь построен, уже называют городом будущего. Первый глубоководный порт в стране, свободные индустриальные зоны, аэропорт, железная дорога. Здесь будут применяться умные технологии. Первый корабль в своей гавани порт примет в 2020 году. Правда, чтобы увидеть окончательную картину, придется ждать немало. Почти 50 лет. Мы начинаем самый большой проект 21 века в Грузии – строительство самого глубоководного порта. И это не только порт, это начало развития страны как транзитного, индустриального, торгово-экономического центра. Это начало больших перемен. Этот порт утвердит свои позиции на карте нового шелкового пути. Среди заинтересованных потенциальных партнеров – Китай, Азербайджан и Казахстан. Исторический меморандум с представителями порта Курек был подписан в Тбилиси. Планы грандиозные. Этот процесс не остановится ни на минуту, ни на секунду. Этот процесс не остановит ни дождь, ни снег, ни любые другие противостояния. Мы знаем, в чем заключается наша миссия. Мы знаем нашу ответственность перед нашей страной. Опыт подобного сотрудничества у Астаны и Тбилиси уже есть. Казахстан уже успешно сотрудничает с грузинским портом Батуми. Казахстанской стороной был взят в аренду один из терминалов на 49 лет. Стоит предположить, что порт Анаклия еще больше укрепит взаимоотношения между двумя странами в рамках торгово-экономического сотрудничества на международной арене и в рамках проекта «Новый шелковый путь». Анна Анастасиади, Шалва Сурамилашвили, специально для программы «Итоги дня», Грузия.